Эй, сержант, почему вы всю дорогу должны слушать эту чушь? Ничего другого нет, вот почему. Ох, недоброе у меня предчувствие. Эй, что это так? Держись! Похоже, что ты сбил какую-то бешеную собаку, сержант. Это Зерлин, Лест. Небольшая особь Зерга. Что они делают в этих местах? Вот черт! Безнадежный альянс, колониальный магистрат, колония Марсара. Прием сообщения. Камлинг установлен. Я получил ваше сообщение, магистр. И мне, откровенно говоря, нет дела до того, что вы думаете о предписании конфедерации. Все вы похожи. Не знаешь, когда за вашей лояльностью скрывается ложь. Но я вам устрою веселые деньки. Ясно? Сообщение завершено. Доклад, запрошенный вами, готов. 16 отдаленных станций сообщили о приближающихся инопланетных завоевателях, опознанных как зерги. Конфедерация арестовала все посты бойцов и продолжает избегать действий против зергов. 3 станции уже сдались зергам. Мы не смогли найти ни одного источника военного подкрепления. За исключением экстремистской фракции, известной как «Сыновья Кархалы». Их представитель на связи. Добрый день, магистр. Мое имя Арктурус Менгск, и я представляю сыновей Кархала. Вы, похоже, в хороших отношениях с конфедерацией, но вам нужно решить, что важнее, жизнь или репутация. Я собираюсь оказать вам услугу, магистр. Я хотел бы помочь вам, послав немного транспортных средств в вашу колонию для эвакуации уцелевших. Вы, конечно, знаете, что моя организация действует вне закона Конфедерации. Вот почему они распространяют ложь и дезинформацию. Если вы примете нашу помощь, вы также будете действовать вне закона. Но это шанс спасти ваших людей. Время принять решение, магистр. Конец сообщения. Боевая тревога. Зона эвакуации была атакована войсками зергов. Позывные бедствия активизированы в 12:20. Ну вот как-то так. Эй, эта штука горит. Пришли SCV, я отремонтирую ее. И почини мой мотоцикл. Приказ ясен. Готов к работе. Есть, сэр. Да, сэр. Да, я заметил тут такую тему после заливки того первого выпуска, что там, где название главы к уровню, там изображение и на нем надпись. Ну, собственно, то, что я читаю. На записи его не видно. Ну, даже не знаю, что с этим делать. Игра очень старая. Так что, ну, кажется, никак не получится это править. Поэтому, ну, буду читать то, что там написано, и все. Так, ну что, в первую очередь расставляемся, ну, держим оборону в том месте, где у нас установлены бункеры сразу. Что еще тут добавить-то? Узкие проходы, хотя я думаю, все-таки мосты будут поуже, но мы к ним выдвинемся чуть-чуть позже. Когда подразовьемся, еще сил поднаберем.
потому что с тем, что есть, пока вылазить туда, ну, как-то не очень. Слушаю. Прибьем этих гадов. Мне нужна цель. Оружие очищено и проверено. Работа выполнена. Так, дальность нам это очень нужно. Очень нужна дальность. Но на нее сейчас не хватает больше все-таки Веспина. Так, сюда переставим. Ну так, немножко. Чуть-чуть зергов. Пока потихоньку, помаленьку их будет нападать. Ну а дальше их станет, конечно, станет больше. И, насколько я помню, сам последняя атака в самую последнюю минуту будет самой жесткой. Ну, мы ее сейчас попробуем смягчить. Забавно. У некоторых игр Фрапс не этот не отображает. Этот, как его. Курсор на записи. А здесь он отображает его. Интересно. Да, как можете заметить, я вырубил музыку. Конечно, ничего за нее не пролетело, не прилетело. Так, ну-ка попробуем тут вылезти. Ага, вылез. Блин, уже на этот раз с гидролиском. Так. Ну вот. Мне, конечно, в прошлый раз ничего не прилетело. За мелодию, но такое ощущение, что еще прилетит, так что не будем экспериментировать. Без музона будем играть. Блин, и застрял, офигеть. Сейчас одного SCV-шника замуруем. Здорово. Не, я, конечно, офигею с этой академии. Такие звуки, конечно, выбрали для нее. Так, совершенствовать пехоту, да, да. О, еще один раздолбай там застрял. Как я обожаю это. Да,
Так, ну что, будем тогда стачивать эти минералы. Слушай, а ты куда попёрся? Ну-ка на место. Странно, мне кажется, или как-то время чуть быстрее капает. Слышу вас хорошо. Интересно. Улучшение произведено. Да, ну и звук, конечно, они близкий выбрали для отображения улучшения. Ну, то, что оно закончилось. Ой. Что еще? Что надо? Слушаю вас, сэр. Готов к работе. Я готов. Не хватает ресурсов. Постройте ресурсное депо. Что еще? Что надо? Мне нужна цель. Ваши войска. Так, здорово. А, блин, его же нельзя отсюда вынуть. Вот дерьмо. Оружие очищено и проверено.
это выполнено. Хорошо. Да, сэр. Работа выполнена. Не подбросить. Оружие очищено и проверено. Чувствуешь, как жарко. Оружие очищено и проверено. Не хватает минералов. Что еще? Да, сэр. Да, это жаль, что потеряли. Работа выполнена. Немножко не рассчитал. Оружие очищено и проверено. Огоньку не подбросить. Подбросить, да. Подбросить. Поехали. Готов к работе. Оружие очищено и проверено. Огоньку не подбросить. Исследование завершено. Да, сэр. Слышу вас хорошо. Не хватает минералов. Огоньку не подбросить. Подождем его. За дело. Работа выполнена. Жду приказа. Весь во внимании. Готов к работе. Готов, сэр. Слышу вас хорошо. Я готов убивать. Непременно, сэр. Чувствуешь, как жарко. Весь во внимании. Работа выполнена. Мне нужна цель. Поехали. Да, сэр. Поиграем с огнем. Жду приказа. Работа выполнена. Слушаю. Слушаю. Жду приказа. Слышу вас хорошо. Готов к работе. Готов к работе. Ух, нифига себе! Внезапно. Да. Огнеметчик, значит, живой. Прикольно. А, кстати, у меня такой был один забавный случай по поводу как раз этого уровня. Короче, у меня как-то последние атаки всех убили, всю базу разнесли к чертовой матери. И, короче, вот на том самом, на самом правом углу, на самой крыше, у меня остался один весь израненный боец. И, короче,
прилетели эти судна, забрали этого одного чувака и все, я победил. Очень забавный был момент такой. То есть триггерами тут установлено, что ты проигрываешь, если у тебя вообще не остается никого. То есть одного бойца вполне достаточно, чтобы чтобы завершить уровень. Блин, вы что там не можете проехать, что ли? Да, сэр. Капец. Да. Я готов убиваться. Нет проблем. Жирными настолько стали. Ай. Да. Так, надо минировать. Срочно. До прихода корабля 10 минут. Все понятно. Аппарат. Слушаю вас, сэр. Аппарат. Что еще? Я не могу здесь строить. Что-то да. мешает. Аппарат. Я даже знаю, что мешает. Что еще? Что надо? Нет проблем. Опа. Все понятно. Что-то как-то она очень это. Паучьимина как-то это. Работа выполнена. Да, я поехал. Все понятно. Готов к работе. Больно недалеко. Обычно она достаточно из, ну, с нормального такого расстояния активировалась. Ну прям почти в упор подошла. Да, я поехал. Куда ты поехал? Чудо, блин. Да, я поехал. Ваши войска атакованы. Все понятно. Да, сэр. Бригад, принят. Слушаю вас, сэр. Это и все? Да, я поехал. Хорошо. Слушаю вас, сэр. Да, я поехал. Все понятно. Это и все? Все понятно. Да, наверное, надо было сделать побольше грифов. Мне нужна цель. Готов к работе. Ну да ладно. Да, сэр. Что-то посередине никто не прорвался. Поставим побольше вышек. Ну, в плане прорвался из этих. О, как они. Муталиски. Так, опять бункер поцарапали. Работа выполнена. Жду приказа. Приказ ясен. Что еще? Готов к работе. Мне нужна цель. Оружие очищено и проверено. Слушаю. Исследование завершено. Так.
сэр. Я готов. Не хватает ресурсов. Постройте ресурсное депо. Да уже бежим. Оружие очищено и проверено. Мне нужна цель. Жду приказов. Слушаю. Мне нужна цель. Прибьем отсюда. 5 минут до прихода суда. Поехали. Оружие очищено и проверено. Работа выполнена. Хватает ресурсов. Постройте ресурсное депо. Блин, ну ты офигел. Сказано же делать ресурсное депо. Так, ну-ка назад. Так, мины мы потратили. Не хватает ресурсов. Мины мы потратили. Да, почини водилу. Улучшение произведено. Работа выполнена. Я готов убиваться. Кто-то на мини подорвался. Слушаю вас, сэр. Слушаю вас, сэр. Слышу вас хорошо. Готов к работе. Базу атакуем. Хрена там поперли. Ну вот, кажется, вот об этой вот атаке я и говорил. Да, они самые. Ваши войска. Блин, это не круто. Это совсем не круто. Блин, надо было больше бункеров делать. Вот я дурак. Не, конечно, мы удержим, но... Поехали. Это не отменяет того факта, что надо было делать больше бункеров. К этому моменту. Я совсем забыл, что они нападут вот именно с этой стороны усиленно. Я, блин, думал, что они со всех сторон нападут одинаково, но нет. Все полезли именно с этой стороны. Есть,
весь во внимании. Во-во, смотрите это. Вот сейчас, как я и сказал, озвучки не было. Это было. Ну все, на этом все. Спасибо, что смотрели.